Итак, президенты России и США в воскресенье пообщались по телефону. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. В центре внимания лидеров были вопросы сирийского регулирования. Обама призвал своего российского коллегу прекратить нанесение авиаударов по силам сирийской оппозиции. Президент России вновь акцентировал важность создания единого антитеррористического фронта и отказа от двойных стандартов. Говорилось о необходимости обеспечения доступа гуманитарных миссий к осажденным городам. Путин и Обама в целом позитивно оценили итоги заседания международной группы поддержки Сирии в Мюнхене. Обсуждалась также ситуация в Украине. Исполнился год с момента подписания в Минске комплекса мер по урегулированию конфликта. США и Россия активно выступают за прекращение боевых действий в Донбассе. Владимир Путин выразил надежду, что Киев предпримет шаги по скорейшему выполнению обязательств, включая налаживание прямого диалога с Донбассом, проведение амнистии и конституционной реформы, а также согласование с представителями Донецка и Луганска, а также введение в силу изменений в закон об особом статусе.